Молодость – это время надежд и открытий, поиска своего пути. В любой стране, в любом обществе молодежь открыта для начинаний. Она – генератор новых идей. Именно от сегодняшнего взаимопонимания молодых людей, их умение слышать и слушать друг друга зависит будущее, процветание и мир на Земле. Вчера, 27 июня, в честь празднования Дня молодежи России на территории физкультурно-оздоровительного комплекса имени Мухарбия Киржинова прошли состязания по дартсу, шахматам и перетягиванию каната. Насыщенная и интересная программа, которая собрала всех, кто молод душой и готов был поделиться своим хорошим настроением с другими. С большим удовольствием и азартом жители района приняли участие в веселых конкурсах, где они сумели проявить свои самые лучшие способности – ловкость, сплоченность и сообразительность. 10 шахматистов проявили невиданное упорство и стойкость за шахматной доской. В результате турнира победителем стал Давлет Кукетлев. Второе место у Астемира Жакилова, ну а бронзовым призером стал Аслан Штымов. Самым юным участником шахматных баталий был признан Мурат Хасанов. Не менее зрелищными стали соревнования по дартсу, в которых приняли участие 15 человек. С рекордными 135 очками победу здесь одержал Мурат Харкахов. Второе призовое место у Рамазана Выкова, третьим стал Нарт Юсупов, набравший 88 очков. Ну а в последних соревнованиях по перетягиванию каната в ходе упорной борьбы трех сильнейших команд «Фишт», «Эльбрус» и «Кавказ» бесспорным победителем стали ребята из команды «Фишт». «Эльбрус» стал серебряным призером, «Кавказ» завоевал бронзу. Победителям и призерам соревнований были вручены кубки и денежные призы от организатора мероприятия администрации муниципального образования «Кашхабльский район». Награды вручили первый заместитель главы района Руслан Емыков и глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов.